сегодня 4 часа 34 минуты поступило сообщение. Город Энгельс, улица Полтавская, дом 40. Предварительно прошел взрыв газовоздушной смеси квартиры на 5-м этаже. Квартира трехкомнатная. По прибытию первых пожарных подразделений происходило открытое горение на две стороны данного дома. Порядка 30 человек эвакуировались самостоятельно с подъезда. Нашими подразделениями было спасено с верхних этажей здания порядка 5 человек. Также в ходе разведки с торцевой стороны здания было установлено, что женщина, находящаяся в горящей квартире, выпрыгнула из окна и повисла на решетках между 3-м и 4-м этажом. Была основана автолестница, было произведено ее спасение. В ходе произошедшего пожара площадь составила 15 квадратных метров, всего пострадало 2 человека, было задействовано 7 единиц пожарной техники.